Опа, опа. О, вот это самое, это прям лотерея какая-то. Колодец желаний. Нам может выпасть тут или куча сокровищ, или куча поджопников. Вкратце, да, поэтому давайте посмотрим, ребята. Раз, два, три. Да. Да, в этот раз выпали подсрачники, к сожалению. На канале Заземного ты сможешь найти прохождение различных игр на любой вкус и цвет, хорроры, шутеры и многое другое, обзоры игр, и также парень снимает с веб-камерой и делает действительно качественный монтаж, поэтому заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще и в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов, ребята. Как обычно, сегодня мы продолжим искать, ловить и прокачивать наших покемонов, да, ребята? И как вы можете заметить, я уже наконец-то выбрал себе место, где мы будем заново строить наш дом. В этот раз наш дом будет находиться сверху, то есть на воде, на озере каком-то. Мне кажется, это действительно будет крутой дом, если мы постараемся и хорошенько его построим. Поэтому, ребята, если вы хотите завтра видеть новую серию Пиксельмон, я готов для вас выпускать Пиксельмон хоть каждый день. Ребята, вот честно, если вы хотите Пиксельмон, новую серию, поставьте лайк. Если вы хотите не Пиксельмон, а, допустим, кто твой папочка, то напишите в комментарии. Давайте сделаем вот такое небольшое голосование. И посмотрим, если мы сможем брать 7000 лайков, я завтра выпущу новую серию. Если мы больше комментариев наберем, значит, я буду выпускать «Кто твой папочка». Давайте, ребята, посмотрим, что же вы больше всего хотите. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый побеждает меня как друг, ребята. Да, делитесь этим видео со своими друзьями, приглашайте их на просмотр, скидывайте им ссылки. И также, как я уже сказал, пишите что-то интересное в комментариях. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. И, ребята, у нас такая небольшая традиция, когда мы начинаем играть в Пиксельмон, то перед каждой серией я вам, ребята, говорю, чтобы вы заходили и добавляли меня, друзья, ВКонтакте. Сразу первая ссылочка в описании. Все, что вам нужно, это просто колесико мышки или там на телефоне, пролистать немного вниз, и вы увидите сразу первую ссылочку в описании. Заходите и добавляйте меня в друзья, я с вами пообщаюсь. Чикурита нафиг! Редкий покемон, стартовик, сам на нас напал, и это круто, мы его сразу сейчас попробуем словить. Да, ребята, поэтому сразу первая ссылочка в описании, заходите, добавляйте меня в друзья, ставьте лайки на фотки, пишите мне сообщения, ребята, я вас буду добавлять в друзья и просто-напросто с вами общаться. Конечно, если смогу, потому что, как вы знаете, ВКонтакте есть лимит друзей, но все же, ребята, я постараюсь, да. А сейчас мы будем приступать к самой серии, прям уже будем погружаться. Есть у меня такое ощущение, то, что это Чикарита немного такая тварь. Чуть-чуть такая. Потому что, как вы знаете, все вот такие мелкие покемоны, они прям охренеть какие тварюги. Прям тварюги нафиг. И это уже не секрет, ребята, оно так и есть. Поэтому Чикурита хоть и стартовик, и в принципе такой более-менее редкий, чуть-чуть редкий стартовик, то мы ее, конечно, сейчас попытаемся словить, но если она будет выкобыливаться, то... Извини, конечно, но я не буду тратить все покеболы на тебя. Сейчас, если не словишься, я тебя хреначу, допустим, вот этим. О, нормально, нормально. Еще раз вот этим, допустим, Shadow Punch'ем, Mega Punch'ем убьет. Не убьет! Ху! Так, нормально. Мы ее уже оставили желтенькое здоровье. Вот сейчас постараемся, ребята, ее не убить, а словить. Если я потрачу на нее 2 бола и она не словится, прощай, моя любимая Чикарита, я больше на тебя не буду ничего тратить. Ты так уже у нас офигеть, как много болов скушала. Нет, иди в попу. Все, извините, ребята, я потом ее еще найду, я потом еще словлю, но, как видите, я потратил и так уже слишком много на нее болов, а еще больше тратить это, ребята, чересчур. Я просто вообще без болов так останусь. Так, нам сейчас нужно прокачивать Люксрея к 40 уровню, если мы хорошенько помним, да? После Люксрея, ребята, прокачаем еще наших 2 остальных покемонов, выложим их и возьмем себе новую команду. Да, ребята, у нас будет реально новая команда. И посмотрим, что же она сможет вычудить. Кстати, ребята, кстати, сейчас. Убей! Вот, зашибись, я уже думал, не убьешь нафиг. Так, быстренько. Гулет и Сайтер. Вот что по поводу Сайтера, я не знаю, ребята. Это будет очень сложно, потому что у Сайтера есть одна эволюция. Это Сайзер. Но для того, чтобы эволюционировать, нам нужна шапочка, которая выпадает с боссов. А так как мы боссов не очень так часто встречаем в этом сезоне, то будет
Тяжеловато, да, даже очень тяжеловато, но все же мы, ребята, как-то постараемся. Если нет, то просто его вот таким выложим, а потом, если что, докачаем, когда мы найдем шапочку. Так, что тут у нас за лесной пожар нафиг, а? Не очень такое хорошее место я выбрал, раз у нас тут уже все горит. Вот, ребята, хотел вам что-то сказать и забыл, пока говорил. Хотите ли вы длинные серии Пиксельмона? Давайте еще один такой вопрос, ребята. Хотите ли вы длинные серии Пиксельмона? Если да, то есть если вы не хотите 15-минутные серии, а допустим 35-минутные или 40-минутные серии Пиксельмона, ребята, я еще раз вам скажу, пишите в комментарии, хотите вы или нет, или ставьте лайки. Ребята, чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия, никогда об этом не забывайте. А лучше и ставить лайки, и писать комментарии, как обычно. Да, кстати, чё там за собаки? Вот у меня всегда нахрен за окном что-то происходит. То там собаки целую ночь, 3 часа ночи, у меня тут овчарка какая-то в соседнем доме. Ёб твою мать, у меня уже иногда есть такое ощущение, что я сейчас встану и просто зарежу ее нахрен, честно. Потому что 3 часа ночи, она еще такое громкое, то что с ума может сойти. Или мотоциклисты нахрен под окном, тут 300 километров в час пролетают. Как пернут нафиг, с ума может сойти, стекла чуть не лопаются. Охренеть, у меня тут всегда заварушки под окном происходят, поэтому нечему удивляться. А, да. Я всегда вспоминаю то, что у меня до сих пор нет кровати, поэтому, ребята, нужно как-то выходить с этой ситуации, да? Поэтому будем... Ёб твою мать, а! Я сейчас серию не смогу записать, потому что там война у меня между собаками. Хоть я, в принципе, так на записи посмотрел, ее не так-то очень громко слышно, поэтому пускай идет в задницу, а мы это будем продолжать. Извиняюсь, если ее слышно, но я ничего не смогу сделать, разве что выйти и там надавать ей, да? Но все же, я воздержусь, я пока что воздержусь, пока она меня еще вообще не выбесила. Гим, кстати, у нас... Гим! Ребята! Я бы хотел попробовать, что это такое, честно. Попробуем? Потому что мне прям интересно, что мы сможем тут выбить. Ребята, вот честно, прям интересно. Это новая версия Пиксельмона. Я до этого еще никогда не встречал гимы. И мне реально прям не терпится узнать, что же тут такое, что мы сможем сделать. Я, в принципе, могу вот это уже разрушить и пойти туда, но я хочу полностью по сюжету пройти. Так, добро пожаловать в лиственный гим. Ага, X-Notes. Да, короче, он там небольшие секреты рассказывает про нашего противника, что он любит, что он не любит. И, как я понял, нам нужно сюда спускаться, да? Против травы хорош у нас огонь. И, в принципе, вода тоже у нас очень достаточно хороша. Поэтому зашибись. Вот смотрите, он сам нападает. Давайте еще раз. Это, наверное, вот его небольшие такие подчиненные, да, которые будут нам встречаться по пути. Мне кажется, ну, в принципе, что тут? Что тут такого? Мы их очень даже быстренько всех зафигачим. Этого убили. Опа, что тут у нас? А, тут у нас ничего. Проходим дальше. Тут у нас тоже пока что никого. Тут у нас есть чувак. И тут у нас есть чувак. А почему они такие маленькие уровни? Прикиньте, если бы они были где-то 40-ми уровнями. Я бы просто зашел в этот гим, даже бы не дошел до гим-лидера, а просто бы напал на вот этих его подчиненных. Всех бы перебил. И все. И прокачался бы до 60-го уровня каждого своего покемона. Потому что они реально очень бы нам помогли. Но сейчас мы разберемся, ребята. Вот честно, я только сейчас вспомнил то, что мы гим нафиг нашли. Мне прям интересно, что же мы тут сможем встретить. Опа. О-о-о, ребята, о-о-о, так, тут у нас есть еще один чудак. Смотрите, что тут у нас за тайны. Офигеть, это реально в гиме было, то есть вот, это тайна какого-то вот этого гим-лидера, он просто-напросто тут прятал свои вот эти априконы, какие-то камушки, да, чтобы прокачивать покемонов, эволюционировать точнее. А мы их сейчас всех просто-напросто себе заберем, но фига, мы нашли, значит наши. Мы не украли, мы нашли, это не кража. Что нашел, то не украл. Так, вот это как раз нам они очень, в принципе, нужны. Потому что я свои посеял, а точнее Геннадий нахрен их украл. Так, больше тут нифига нет, мы еще сюда вернемся. Вы тут растите, мы еще сюда вернемся. Так, тут ничего. Нам нужно как-то выход найти вот с этого. 9-й уровень, вот, уже побольше будет уровень. А, ребята, нам нужно идти как-то выход туда на второй этаж, не на второй этаж, а в принципе на первый этаж, потому что это подвал можно считать. И там как
кто-то был. Я видел, там дальше были комнаты. И мне просто интересно, что там. Там, может, реально геймлидер прячется. Вот. Где листва, где вот эта трава уже поломана, значит, мы там были. Вот, смотри. А, это обычная пещера, да? Да. То есть тут... А, нет! Нет! Необычная пещера, мы нашли выход. Так, лабиринт. Охренеть! Эти гимы, это прям что-то вообще. Что-то с чем-то нафиг. Мне это все больше и больше нравится. Вот мне интересно, будут ли дальше еще какие-то гимы? Или это просто-напросто один единственный гим, который разработчики Pixelmon не поленились сделать, и их больше не будет. Это очень печально. Но, кстати, я нашел, наверное, вот норку нашего гим-лидера. Вот он где-то вот тут. Так, ага, то есть отсюда мы потом будем выходить, а гим-лидер вот у нас тут. Я надеюсь, то, что он очень большой уровень, пожалуйста. 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 Так, это реально гим. 9-й уровень? А что это такое? То есть я тут вижу какие-то редстоуны или фиг его знает. Ну давайте, ребята, мы с ним сразимся, посмотрим, что вообще мы сможем сделать. Давайте Чаризардом. Ага, ты проделал путь этот, и сейчас ты со мной сразишься. Чувак, ты 9-й уровень, я не знаю, чем думали разработчики этого гима. 10-й уровень? Это реально как-то глупо. Мне кажется, было бы круче, если бы они сделали хотя бы 50-й уровень. Но 9-й это вообще же... Да. И смотрите, что он нам дал. Я победил тренера, то есть это даже не гима, фиг его знает. Смотрите, ребята, что он нам дал. Большое, конечно, человеческое спасибо, но это нам, если честно, нафиг просто не пригодится. Я больше не могу с ним вступить в бой. Да, хрень какая-то, если честно. Ну и что? Это все? 9-й уровень. Нереально хотелось бы, чтобы он был каким-то большим уровнем, а не вот таким мелким. Может, тут есть какие-то секретики, такие, какие-то мастербоны, может, спрятаны, а не вот эта хрень, которую он нам дал. Мы такой путь проделали, да, он нам такую фигню дал. Все. Это весь гим. Старикан, это весь гим. Лучше бы я сюда не шел. Но зато хотя бы мы узнали, что это такое, ребята. Да. Сейчас давайте мы полетим в другую. И, кстати, априконов даже наворовали. Это уже сойдет. Ребята, нам нужно лететь и искать другие гимы. Кстати, мы уже алтарь Забдоса нашли. Как ни странно, мы его смогли найти сразу, когда мы его нашли. В предыдущей серии. Это офигеть, ребята, как быстро мы его нашли. Честное слово. Это очень круто. Потому что если мы сейчас сможем найти орб... Ух, что это будет, ребята. Если мы сможем найти орб, то мы сразу же заспавним, прокачаем вот этот орб. Потом заспавним Забдоса, но перед этим нам, конечно, нужно будет найти, что? Мастербол, чтобы его словить, это будет офигеть как сложно. Но все же, ребята, давайте мы полетим куда-то вот туда, и я надеюсь, то, что мы все же сможем найти глиняный биом. Потому что, во-первых, там куча... Чего там куча? Куча лаки-блоков, куча покелута и также куча... Куча не куча, но зато там может быть алтарь Молтреса. Это тоже было бы очень круто. Ух ты ж, сам урод! Сам урод! Так, приземляйся. 38 уровень, его просто с одной атаки просто убьет наш Люксрей. Ну, как я и предполагал. Там у нас какие покемоны. Тут у нас 37-е покемоны уровни, тоже можно их убить. Люксрей нам нужно долгое... И очень долго прям прокачивать, потому что вы видите то, что он качается очень медленно. Очень медленно. Но все же, ребята, мы будем стараться. Так, иди-ка ты сюда, Альбатрос. Опа, не Чаризард, зачем нам нафиг Чаризард? Нам не нужен Чаризард, нам нужен Люксрей. 48 уровень нафиг, мы его сейчас убьем, и нам охренеть как много опыта даст. Вот, Кранч Байт, вот, зашибись. Так, кенгурушки наши. Вы тоже большие уровни, поэтому сойдет. Поэтому сойдет. Да попади ты. Вот, вот. Давайте вот этим. Нет, не очень он так сильно гибет. А Тандерболтом... О, получше, получше. Нихрен, твою мать. Так, Гулета. И давайте Чаризарда, чтобы мы хотя бы Гулета смогли прокачать. И вот так. 1400 опыта тоже нормально. Покехилл. А Ченси я слышу. Я бы ее, если честно, словил. Это офигеть, какой покемон. Но давайте мы ее лучше... Ченси. Мне кажется, там у нее есть первая эволюция, поэтому давайте мы пока что ее убьем. Пускай будет. Так, там у нас кенгуру прям на глазах так пропал. И нам бы сейчас, ребята, еще что-то найти. Я бы, если честно, хотел еще что-то найти, еще какие-то гимы. Прямо как бы хотел. Так, но
Ребята, вы прям молодцы. В предыдущей серии вы реально внимательно следили, где я летал, что я находил и вообще что встречалось на пути. Вы, ребята, очень внимательны. Многие мне потом писали, мол, Эдисон, ты там на какой-то пятой минуте пропустил лаки блок, который был там в правом нижнем углу где-то у тебя, да, там на экране. И вы, ребята, офигеть, какие нафиг молодцы, потому что я не заметил, зато вы заметили. Поэтому, ребята, в этой серии давайте поиграем в такую же игру. Если вы заметите где-то покелут на земле, или если вы заметите лаки-блок на земле, то пишите в комментарии, на какой секунде вы это заметили, где вы это заметили, чтоб я потом вернулся и забрал. Да, ребята, я буду возвращаться, конечно, если я потом это место найду, но зато вы будете мне помогать, находить мои, не знаю, как это назвать, не находки, которые я сам не нашел. Но все же, есть у нас тут какая-то кузница, пожалуйста. Есть, вот, тут у нас есть. Зашибись. Нам бы пустыню тоже, пустыня это тоже замечательное дело, потому что там тоже очень много лаки-блоков. Так, это все можно забрать. Зашибись. Опа, и полетели ребята дальше. Пустыню, пожалуйста, пустыню. Я хочу пустыню. Нету тут ничего, тут тоже ничего. Сейчас ночка наступает. Мы еще попросим нашего Черезарда, чтобы он включил день. Да, в смысле? Вы не верите то, что мой Черезард может включать день, если я его попрошу? Охренеть просто. Черезард, слышь, включи, пожалуйста, день, а то что-то как-то темно уже стало. Пожалуйста, чувак. Опа-на, вот и день. А вы не верите в моего Черезарда? В нашего Черезарда, вы... Охренеть, ребята, вы прям просто... Вы меня разочаровали, если честно. Как это можно не верить нашего Черезарда? Нашего Черезарда. Так, ладно, Черезард, выручай нас. Кстати, я там вижу пустыню. Если меня мои глаза пока что еще не подводят, хоть уже подводят, у меня зрение офигеть как ухудшилось, ребята, честное слово, из-за компьютера. А просто охренеть как ухудшилось. Я далеко уже очень плохо вижу. Очень плохо. То есть, если, допустим, 5 метров от меня что-то там каким-то средним даже шрифтом написано, я ни хрена не могу. Это просто жопа. Мне, ребята, наверное, в скором времени нужно очки будет покупать. Потому что это офигеть. Кто мне эти эмейлы пишет? Нахрена мне сдался вот этот эмейл, а? Ну нахрена, ну скажите мне. Зачем он мне сдался? Лучше бы вы мне мастербол дали, пожалуйста. Это намного было бы лучше. Так, как я заметил, это не очень такая большая пустыня, и она уже там заканчивается, да? Или начинается какой-то там глиняный биом? Да, размечтался. Называется немного размечтался. Ни хрена тут не начинается ни глиняный биом, ни пустыня. Ага, опа, а вот тут у нас, ребята, есть покебольчик. Тут у нас есть покебольчик спрятанный. Так, опа, если вы не знали, и что у нас тут выпадет? Flame Charge. Charge, ну, такая себе темка, пригодится может потом. На какого-то огненного покемона может потом даже пригодиться. Я, конечно, рад, что я тайгу нашел. Нет. А хотя да, потому что мы уже лаки-блок смогли найти. Ах ты, повезло. Маяк! Не промолчать или немного повозмущаться, то что мне маяк с лаки-блока выпал. Я, наверное, промолчу, ребята. Я, наверное, все же промолчу, потому что нету смысла возмущаться. Сейчас выпал, да и выпал. Пускай идет в задницу, да? Я прав? Я прав, конечно, ребята, я прав. Дайте еще один, пожалуйста, лаки-блок. А то этот себя не окупил, если честно. Ни лаки-блок, ни пуки-лут, который мы нашли, ни хрена себе пока что еще ничего не окупило. И тут, как я вижу, опять океан. О-о-о! Это не... Кто это там? Бульба! Если мы его словим, то наше путешествие уже, можно сказать, то, что окупило себя. Да. Я прям охренел, потому что я думал, он такой же будет паскудой, как все остальные. Ну, как вы видите, этот Бульбасар вообще не паскуда. Вообще. Круто. Офигеть, ребята, новый покемон. Я вас всех поздравляю. Это стартовик в первую очередь. Бульбасар это редкий покемон во вторую очередь. Да, во вторую очередь. И все. В принципе, круто. Будет нам на следующую какую-то команду. Пускай. Так, что мы еще сможем тут найти, а? Кадабру я вижу.
Ребята, ищите, ищите. Вот честно, вам... О, Lucky Block. Мне очень нужна ваша помощь, потому что вы прям меткие такие взгляды кидаете. Я, если не замечу, то вы там скажете, там, Мэдисон на 35 секунде, на 11... Не, на 35 минуте, там, на 13 секунды, там, где-то в нижнем левом углу ты там пропустил покебол или там еще что-то. Я такой захожу, я ни хрена не вижу. А потом такой, реально, там что-то маленькое такое торчит, какой-то Lucky Block. Я удивляюсь, как вы нахрен это заметили? Я бы прям обрадовался, если бы это у нас был какой-то сезон выживания, а не конченый пиксельмон, где нам вот это нахрен в принципе не пригодится. Ну пускай... О, там еще один Lucky Block, да? Да. Ну пускай будет, пускай будет. Может потом у нас тут случайно начнется какой-то зомби-апокалипсис, да, в пиксельмоне. Хрен его знает, я сам не знаю. А может Геннадий опять на нас нападет и с битой, а у нас уже будут вот такие одежки, которые просто-напросто нас могут защитить. Может быть, может быть. Ёптв... Нет! 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 Не-не-не-не-не-не-не-не! Конченые лакиблоки, а? Ну мы и так вернемся сюда. И шо? Мы и так сюда вернулись, а? Затроллить нас хотели? А? Не-не-не-не-не-не-не. Так, ребята, Черизард на помощь. Черизард на помощь, давай сверху что-то посмотрим. Что у нас тут есть полезного сверху? На вот этой нашей горе. Кстати, Оникс. На горе может быть алтарь не Забдуса, а не Молтреса. О, а кто там еще есть? Забдус, Молтрес и Артикуно. Артикуно я не знаю где. Кстати, там Покелут я вижу и вижу один Lucky Block. Вот, Покелут. А, давайте сначала Lucky Block откроем. Опять меч какой-то. Вы шо издеваетесь? Нахрена нам какие-то survival предметы? Они просто издеваются, честное слово. Они просто издеваются. Так, Черезардушка. Давай-ка ты нам выйдешь на помощь и повезешь нас в далекие края. Допустим, куда-то вот сюда. Очень далекие, очень далекие. И что тут у нас есть? Ребята, ищите, прям сканируйте нафиг, сканируйте. Если что-то видите, сразу пишите. Эдисон, ты на такой-то секунде, на такой-то там что-то там, ты что-то пропустил там, слепошары. Нет, слепошары не нужно, но все же. Я же обижусь, ребята. Я очень прям чувствительный на вот такие оскорбления. Не нужно, ребята. Если вы скажете слепошары, то я прямо... Все. Я очень, ребята, слабо отношусь, то есть очень боюсь хейтеров, которые там говорят, что ты там слепошары, и, ребята, это очень сильно. Нет, да. Поэтому идите в пень. Так, опа. Ни хрена нету, мы уже столько пролетели, ничего не нашли. Какого-то мамонта нашли, зато тебя, слоуброша, нашли. Иди сюда. Люксрей, а ну разберись. Я сказал, вот, я думал уже засал. Не. Наш Люксрей не засал. А что-то как-то мало опыта, если честно. Я думал, побольше даст. Ну! Охренеть, пока ты еще надумаешь. Кстати, кто у нас там? А, нет. Краби нам пока что не нужен. Простите, извините. Ребята, согласитесь, то, что нужно открывать новые территории. Чем больше мы летаем, тем больше новых биомов, новых всяких там данжей, не знаю, гимов, лаки-блоков, покелутов мы находим. И тем, ребята, лучше, да. Может, мы таким способом сможем шайни найти, или там, допустим, покебосса. Я сомневаюсь, но все же, ребята, шанс есть, хоть маленький, но шанс есть. Да, давайте мы еще вот сюда полетим, посмотрим. Давайте долетим до следующего биома, увидим, что у нас тут такое будет, потому что у меня опять нахрен собаки за окном там начинают выйти, что там еще, лаять и многое другое. Надеюсь, то, что вам, ребята, это не слышно. Так, что у нас тут такое? Опять тайга нахрен, да ты издеваешься с этой тайгой? Ну давайте взлетим и посмотрим. О, да, второй раз нас тайга радует своим лаки-блоком. Круто. Опа. Я говорю, они просто нахрен, кто-то запрограммировал вот этот, вот эти лаки-блоки на, я не знаю, ребята, честно. На сурвайвл какой-то. То нам одежка выпадает, то нам меч выпадает, то нам золотые яблоки выпадают. Нахрена вопрос? Просто нахрена вопрос? Не представляю. Так,
Давайте мы еще сюда сейчас полетим. Если ничего не найдем, то, наверное, возвращаемся домой, я так думаю. Потому что я на карте даже никаких покемонов не вижу. Они куда-то все испарились. Зато мы нашли крутой биом, ребята. Как это называется? Extreme Hills. Extreme Hills, и тут может заспавниться... я не помню, как он называется. Один из легендарных псов. О, кстати. Что у нас тут такое? Охренеть, они издеваются. Пластинки, музыка. Я бы вас послал, вот честно, но не буду материться. Не буду материться, но послал бы. Ребята, вы верите, чтобы я их послал? Конечно, верите. Охренеть. Я очень так приблагодарен, потому что нам спавнится вот такая хрень с лаки-блоков. Но лучше не спавнится, пожалуйста. О, еще один лаки-блок. А ну на землю, а ну быстренько на землю спустился. А ну быстро! Но это несчастливый лаки-блок. Тут может хрень какая-то выпасть. Что, в принципе, и произошло. Ой. А помните, когда у меня заспавилось где-то 15 криперов вокруг меня? Я прям охренел. Это было вроде в предыдущей серии. Так, вот. Вот. Что у нас тут еще есть такое? Ну? Да твою... Тыквы! Тыквы! Тыквы, да. Полезно, очень так полезно. В принципе, ребята, мне кажется, то, что сейчас мы будем возвращаться домой, опять темнеет, а в очередной раз просить нашего Чаризарда, чтобы он включил в день, но мне кажется, это уже чересчур, да, он просто обидится, то, что мы им пользуемся каждый раз, когда нам от него что-то нужно. Вот сейчас мы летаем, потом в день будем просить включить, и он просто-напросто, ребята, обидится. Я надеюсь, вы с этим согласны. Поэтому давайте мы сейчас еще вот эту пустыню... Равнину прочекаем, может тут что-то будет, если нет, то возвращаем. О, да, да, как, прям как в воду глядел. Опа. О, вот это самое, это прям лотерея какая-то. Колодец желаний. Нам может выпасть тут или куча сокровищ, или куча поджопников. Вкратце, да, поэтому давайте посмотрим, ребята. Раз, два, три. Да, в этот раз выпали подсрачники, к сожалению. Надеюсь, в следующий раз повезет. Ну, в принципе, ребята, как видите, мы прям идеально где-то вот тут заспавились, возле нашего гима, который мы вздрючили в этой серии, хоть он, в принципе, был бесполезен, да. Но все же, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Честное слово, большое спасибо за просмотр. Ребята, пишите в комментарии, ставьте лайки, как я уже вам сказал. Хотите ли вы новые серии Pixelmon? Да, ставьте лайк, нет, пишите в комментарии. Или что-то, я вроде что-то другое говорил. Длинные серии Pixelmon, да? Или, допустим, любите ли вы Pixelmon, чтобы я знал, продолжать ли мне его выпускать. Ребята, набираем 7000 лайков прямо сейчас на вот этой серии. Я завтра же выпускаю новую, всегда помните об этом. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репосты в соцсетях, пишите что-то интересное в комментариях, как я уже сказал, на самые интересные комментарии я буду отвечать. И подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, сразу первая ссылочка в описании, заходите, клацайте и добавляйте меня в друзья. Еще раз, ребята, большое вам спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.